на Украину, Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря. Также он собирается заявить, что двери НАТО для Грузии и Украины открыты. Тем временем парламент Украины на заседании отказался принять закон об олигархах. Теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому. Отмену голосования поддержали лишь 67 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов. Ранее парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. В оппозиции заявили, что голосование по закону об олигархах проведено с множеством ошибок. Главы разведывательных органов Южной Кореи, США и Японии обсудили последние испытания ракеты КНДР, предположительно морского базирования в Японском море. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство. По данным, трехсторонняя встреча прошла в Сеуле. Этим утром Южная Корея заявила о пуске в КНДР в Японском море, предположительно одной ВРПЛ. Возможно, с подводной лодки в Японии заявили о пуске со стороны КНДР двух ракет. Организаторам зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине Олимпийский огонь. Церемония прошла в Афинах на стадионе, принимавшем в 1896 году первые Олимпийские игры современности. Из-за мер профилактики по коронавирусу церемония прошла без зрителей. На нее допустили лишь членов китайской делегации, официальных лиц и журналистов. Олимпийский огонь зажгли накануне в Древней Олимпии на родине Олимпийских игр. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса. Вы слушаете радио «Спутник». Программа «Профсоюзы» в эфире радио «Спутник». Екатерина Рифер, ведущая, скоро должна быть в студии для того, чтобы перехватить эстафету. Но хозяева, я приветствую всех. Есть прекрасная возможность представить гостей сегодняшнего эфира. Со мной в студии председатель профсоюза адвокатов России Григорий Агутков. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Председатель Всероссийского профсоюза арбитражных управляющих Михаил Веселега. Михаил, приветствую вас. Здравствуйте. И ответственный секретарь профсоюза адвокатов России